закрытие моста через казенный Торец в Славянске перенаправило городские транспортные потоки через трассу М03 Киев-Харьков-Довжанская и микрорайон Маш-Чермет. Особенно мощный поток грузового транспорта следует до сих пор по улице Дарвина. Само собой, что и без того разбитый асфальт улицы превратился в сплошную колдобину и бездорожье. Тем отраднее новость о том, что и на эту улицу пришли дорожники. На Дарвина участок дорожного полотна будет отремонтирован ямочным образом. По нашей информации, фрезеровка и снятие старого асфальтного покрытия также выполнено на улице Гончарной. Новый асфальт на этом отрезке улиц Дарвина и Гончарной будет уложен в течение 23-24 сентября. Этот же подрядчик уже выполнил текущий ремонт в районе подъездных дорог к мосту через реку Казенный Торец и пути проводу на улице Свободы. Согласитесь, приятно осознавать, что второстепенных дорог в Славянске не бывает, и ремонты проводят именно там, где это действительно очень нужно.